Пацанва, раступись! Вас на дороге и так много, у меня к вам уже иммунитет. Давай, двигай, двигай рогами. А тебе вот слева, который второй, в третьем ряду и так далее. Тебе жена вообще изменяет, у тебя рога самые длинные и ветвистые. Куда идем мы, спит таком? Большой-большой секрет. Не нарвемся мы ни на кого. Нету. Да кому ты нужна, блин? Негр умирает первыми, а ты нафиг ему не нужна? А раз уже первого убили, то негр следующий по-любому. Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, смотрите канал Феникс Let's Play. Мы продолжаем играть в игру Until Dawn. А сейчас мы пытаемся... мы пытаемся спастись от оленей. Мы разостеремся, как его там зовут, Китаюза, Эмили ее зовут, вот кромка. Так, подумать, ладно? Ладно, умолкаю. Короче, идем. Пацанва, расступись! Вас на дороге и так много, у меня к вам уже иммунитет, давай, двигай рогами. А тебе вот слева, который второй, в третьем ряду и так далее. Тебе жена вообще изменяет, у тебя рога самые длинные и ветвистые. Так. Давай, расступайся, блин, лошары. Давай, отходи, пацаны. Не-не-не-не-не, не вздумай. Бить не будем. Олени, они не хищники. Олени, они не могут нападать просто так. Олени, они на то и олени, что они стоят и тупят. Вот. Так, поэтому просто уходим. Бить никого мы не будем. Тем более, нам тотем предсказал, что мы где-то грохнемся. А тут самое хорошее место, чтобы грохнуться. По мне, так это самое шикарное место, чтобы упасть просто со скалы и разбиться. Да и опять же, когда я первый раз проходил, я просто ударил. Чё, за неё играть? Да поври ты! Не. Сейчас она помрет, по-любому. Сейчас подумаем, как ее убить-то. А? Погоди. У меня есть мысль. Короче, ладно, у меня есть мысль, как мы ее завалим. Я не знаю, сработает нет, но попробовать, я думаю, стоит. Я спойлерить не буду, но у меня есть хорошая мысль. Сейчас попробуем до того момента ее довести, о котором я говорил. И попробуем ее. Если нам удастся с кем-то связаться, удастся. Скажем, что нужна помощь. А что делать, пока ждем? Вернемся в дом и соберем всех. О нет, только не в дом. Нам надо остаться здесь. Вдруг спасателям будет нужно с нами связаться. Давай сначала включим радио. Не, в принципе, вот сейчас. Логика в ее словах есть, потому что на самом деле включить радио надо как-то остаться. С другой стороны. Надо как-то предупредить остальных. Поэтому, наверное, Мэтт у нас останется, а ты пойдешь рисковать своей жопой и предупреждать всех остальных. Так, давай, круг почета, тут где-нибудь... Ну, что за красная ерунда на полэкрана. Так, что, тотема есть, что ли? Да ну, да должен быть тотем, всяко. Бляха. Да что так делаете, зачем? Это точно. Я не вижу, что это? Это просто фонарь, видимо, с датчиком движения. Вот тут давай, вот, я же говорю, да должен быть тотем, да по-любому, я же знал. Ну не может, такая площадка просто открытая, не может быть без тотема, давай. Ну вон, рога такая, поворачивай. По-любому оленей оставили. Тотем наставления. Все, наставления мы открыли все, это шикарно, это хорошо. Вот тут мы не пропустили ничего. Я даже прям го скажу. Как оно в правилах русского языка пишется. Так, давай это, шевели своими вторыми 90. Нам наверх надо. Куда ты светишь? Свети вперед. Свети вперед и вверх. Блин, не так вверх, левее. И вниз. Так, а тут что-нибудь, может, тоже там какой-нибудь есть?
Опа, свет включился. Отлично. Так, да нифига у них хороший датчик. Если я так понимаю, что он вряд ли где-то в земле, то он, скорее всего, где-то на вышке. А если он на вышке, то этот датчик охренеть. По идее, он должен был даже вот на это реагировать. На всякие веточки, снег и так далее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра. Ты там долго нет стоять будешь, тебя сейчас реально завалят. А вот ты не мог куда-нибудь запихнуть и с собой это взять, а? Ладно, пойдем. Я, кстати, немножко добавил громкости, потому что я так посмотрел на видео, что-то... И как бы слышно персонажа, но как-то, ну, мне показалось тиховато немножечко, поэтому я решил чуть-чуть делать погромче. Такое вдруг ветер. Надеюсь, будет нормально. Почти дошли уже. Джентльмен, а почему дама вперед идет? Да, слушай, ты, по-моему, должен вперед идти. Я же понимаю, что мужчин для того и пропускает женщин вперед, чтобы полюбоваться на них сзади, но все-таки. Вот мне кажется, сенсорная. В данном случае, ну, тебе надо было вперед, наверное, идти. Хотя, а че я парюсь? Негры мы спасти пытаемся. Ну, китаюзу, ну что теперь делать? Китайцам больше, китайцам меньше, все равно 2 миллиарда расплодилось. Это, конечно, не упрек китайцам, это просто мне данный персонаж не нравится. А судя по всему, она реально имеет какое-то отношение либо к китайцам, либо к японцам, либо к корейцам. Я не знаю. Я их не отличаю, честно. Хотя бытует мнение, что у японцев лицо более такое, округлое. А у китайцев как будто лопата по лицу пригрели. Но я, честно говоря, не знаю. Поэтому я сюда даже не лезу. Но такое мнение я слышал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, секунду, ногу свело, ногу. Нет, нормально, отпустило. Ой, что-то как-то ногу так повернул. Больно аж свело. Так, ладно, пойдем дальше. Собака, больно. Так, что это? А, не-не, погоди, тут кто-то, принтер? Не. А ты как думала? Да я думал, чтобы картриджу прогреться на такой этой. В такой температуре. Че это? Такой температуре, вот сколько времени-то надо? Че, прикалываешься? Ну, вообще хрен, наверное, прогреться на улице, засчитай. Минусовая температура, давай, пойдем. Давай поищем тотемы. Че это такое? Ой, нет, это топор же там еще, нет? Да, по-моему, слева топор был еще один. Давай, открывай. А-а-а, ой, как хорошо. Так, а это я не знаю. Да себе оставь, херачь-то будем. Ты чё, раз на раз, у тебя пистолет, там еще какой-нибудь пистолет. С собой возьми. Все. Погоди секунду. Я, наверное, это зря сделал. Ой, не то, нажал сейчас секунду. Там где-то у нас тотем был что-то про этот. Куда глянем. Где-то был тотем как раз про ракетницу. Пока что не пишется. Вот. Отдала этому, найденным мэтом, рядом с верхней... Почему мэтом? Да, это было. Что это значит? К чему бы это? Ладно, пойдем. Мэт, пойдем! Че ты там прыгаешь, яйцами трясешь, а? Заколебал уже. Вот все люди как люди, этот блин, постоянно как заяц блин, прыгает, а? Реально заколебал. Они там вот звенеть уже должны на таком морозе-то. Опа, а что такое? А прикинь, ее сейчас током жахнет. А? То, что надо, поехали. Ну да, внимание вы привлекли, молодцы. Так, принтер не... Опа. А, погоди, принтер пашет. Секунду, давай еще раз. Так. А что-то я не помню. Ладно. У меня с памятью вообще проблема. Пропал человек. Вы видели эту девушку, Бет Вашингтон? Последний раз Бет Вашингтон видели... Курица, ты что делаешь, твою мать? Я ж читаю. К
Чё тебе держать надо? Почему ты мозгов не хватает, блин, чтоб понять, что я читаю? Понятно, бестолочь. Плакат пропал, человек с фотографией... С фотографией... А, ну да, все правильно, с фотографией Бет Вашингтон. Тут упоминается ее розовая куртка и вязаная шапка. Пропал человек, увидели эту девушку, Бет Вашингтон. Последний раз Бет видели... В Blackwood Pines между 1:30 и 2:30 ночи 2 февраля 2014 года. Она выглядела взволнованной. Бет была одежда в яркую розовую куртку, черные леггинсы и лыжные ботинки. На голове у нее... Это не лыжные ботинки, это обычные уги были. На голове у нее была белая шапка. Рост 172, вес 50, глаза карие, волосы каштаны. Вы ее увидели? Звоните и так далее. Не была она в лыжные ботинки одета. Это были обычные ботинки. Блатные, современные. Уги называются. Так, открывай. Лыжные ботинки такие пластмассовые, которые, блин, либо... Которые беговые, либо такие пластмассовые. А вот и Хана. Последний раз Хану в Вашингтон видели в Blackwood Pines Альберта. То же самое по времени. Она выглядела взволнованной. В черную футболку, темные джинсы, коричневые кожаные сапоги с пряжками. На ней не было верхней одежды, она носит очки, а на правом плече у нее татуировка. Смотри-ка, они прямо и по росту, и по весу одинаковые. Молодцы. Видимо, одинаково питались. В принципе, сестры, чего удивляться-то. Ну давай, вызывай спасателей. Тихо-тихо-тихо, еще что-то. Я не докрутил, да? Алло! Кто-нибудь, алло! Если вы слышите, ответьте, нам нужна помощь! Прием, прием! Черт! Алло! О, Господи! Баба, слава, дай ему это, он вообще нормальный, адекватный, он сейчас нормально поговорит. Что ты истеришь? Пожалуйста, помогите нам. Мы застряли на Блэквудской... Курица, тебе сказали, медленно, четко и по делу. Дай мне этот телефон. Пожалуйста, помогите нам. Да ты заколебала так, нет, я тебя уже не понимаю. Алло, назовите себя. Прием. Не, давайте еще поистерим, давайте паниковать. Не, давайте паниковать. Вы нормально, помогите, вполне. Пожалуйста, помогите. Раз истерим, значит истерим. На Блэквудской горе у лыжной базы. Здесь убийца. Он убил нашего друга. Пожалуйста, заберите нас отсюда. Вас плохо слышно. Повторите. Прием. Как много лишней информации. Хе-хе. Мне что сказать? Помогите, Господи, гора убийца. Во, три слова. Три слова, которые желают услышать охрана. Это какая там она, не помню какая. Короче, три слова желает услышать эта охрана. Опа. Внезапно, да? Слышу вас, мэм. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Мы сможем прислать вам вертолеты, как только закончится буря. Прием. Что? Когда? Сколько ждать? Не раньше рассвета. Ох, ё. Не раньше рассвета. Прием. Алло, тихо! О, боже, он здесь! Он пришел за мной! Да кому ты нужна, блин? Негры умирают первыми, а ты нафиг ему не нужна? А раз уже первого убили, то негр следующий по-любому. Вообще, конечно, не архитектор, и вместо этих херовый, наверное. Но вам не кажется ли, что вот это должно быть страховочными тросами, и оно должно держаться само по себе? Черт! Замри! Эмили! Она же сейчас умрет, да? Ну, давайте поспасаем. Как ты это глупо, если бы она там умерла? Повторите, прием. Да подожди ты, у вас там вышка грохает. Нет, нет, нет! Вот черт!
Надеюсь, что у вас будет нормально слышно. О, Мэтт, вот тут я еще не играл, погнали. Мэтта у меня убили олени. Блин, надо Мэтт, ой, Эмили-то надо спасти сейчас. По-любому надо спасти ее. Я же говорю, там нужно до одного момента ее спасти. На котором я хочу проверить. И отомстить. Просто я буду хохотать, злорадно хохотать. Как маньяк и злобный убийца. О боже, Мэтт, пожалуйста, помоги мне! Я иду. Слушай, тут все еле держится. Мэтт, сделай что-нибудь. Назад прыгни, курица, там нормальный пол. Я думаю. Ай ты тварь, а? Не думать надо, идиот, а вытащить меня отсюда. Вот ты сука. Подозрение. Не, я сейчас по отношению выясняю сначала. Майк. Он такой умный. Мэтт! Он мне не... Я видел вас вместе! Боже, Мэтт, мы с ним просто разговаривали. Боже, Мэтт, ну ты нашел время! Не, давай требования, все. Между вдруг что помрет? Все кончено. Поняла? Да. Да, я поняла. Мэтт, а теперь, пожалуйста, вытащи меня. Так, мы продолжаем. Все работает, все отлично. У меня, прикинь, да? Сижу, хорош, у меня хера, блин, сети. Просто пропала сеть, вообще в хлам. Затарахтело все, за не знаю вообще, что делала. Я же думал, все, похитил файл. Нет, проверил, все работает, все в порядке. Обалдеть, блин, реально, просто зависло все сразу. Сеть пропала, Сонькой. Ладно, продолжаем. Что случилось? Вот этот момент мы пропустили, потому что у меня все зависло. Прыгай! Не надо спасать ее! Сейчас нахер все накроется. Вот, а так бы оба померли. Наверное. Эмили! Ладно. Это все фигня. Вот как я сейчас страху натерпел-то, что видео похерилось. Блин, вот это реально там прикольно был момент. Там было победно переснимать. Не, все нормально, все. Сейчас все пишется, все хорошо, все отлично. Наверху нет? Бандикам у меня все спас. Видео сумел спасти, это шикарно. Тут ее тоже нет. Так, погоди. А вы что делаете? Это что такое? Да что здесь творится-то вообще? Так, а я забыла, что вы делали? А что вы делали? Ладно, пойдем. Что-то я забыл, что мы за ними играли-то. Ладно, ну мы... мы, наверное, Сэм, да, ищем? Сэм, что? Точно. Я хочу сказать, я хорошо понимаю, как все это тяжело, он же твой друг. Эшли, стоп. Нет, ты послушай. Спасибо. Опа. А тут что, там фонарик же был? Ты спас мне что жизнь. Такое? Тут был фонарик тут раз. Конечно. Или нет? Конечно, я знал. Знал, что делал. А, нет, мы видели. Конечно. Так, все, погнали дальше. Так, идем. Я просто... Джош ведь был твоим другом, Крис. Давай найдем Сэм. Это первое, что нужно. Но сделать. Я же, господи... Эшли, все, хватит. Давай не истери. Не хочу об этом сейчас говорить. Да. Крис. Ох, ты какой конский кинотеатр. Если я такой же хочу. Но не с телеком, а с проектором. А тут что? А, во! Если я такой же хочу. Отвечаю. Если я хочу такой. Только вот на переднем плане, вот, наверное, не вот такую штуку, а диванчик. Может, на заднем плане диванчик. То есть и кресло креслами, а вот диванчик большой, широкий. Знаете, такой буквой П, такой большой, классный. Во. Вот такой я хочу себе. Ладно, пошли. Помечтали и хватит. Опа. Гипотермия. Битерфест какой-то. Что такое? Что какая-то хрень? Постер ты нафига вешаешь там? Целую комнату отдельно прям сделал для проектора. Зачем? У меня он прекрасно так стоит. Зачем отдельно комнату? Что? Ветер. Помните реклама? Старенькая такая, 90-е была. Что это было? Ветер. Так, погоди, нам куда? Не, погоди, давай обратно. Нет, давай туда. Нет, давай... Не знаю. Нет, пойдем туда, ладно. Я пошутил. Ты что, открыто? Ага, закрыто. Все, значит, пойдем туда.
Все, я спокоен, я убедился, не делать такую ружу, а. Ты и так, честно говоря, не скажешь, что прям очень уж симпатичная, и такую ружу, это явно тебя не красит. Да, вообще, давай еще раз. Ага. Очень стрёмно. Да, вообще. Теперь подождем. А я вот погоди, не всем уверен. А она... Ты это видел? Фанатка Супермена, да? Что видел? Это, Крис, это! Тот тоже трусы на трико одевал. И тут она вон, шорты на трико. Призрак! Да ну! Я серьезно! Почему ты мне не веришь? Я же его видела, какой мне смысл врать? У нас просто был шок, ясно? Твой мозг спекся. Мой мозг спекся. Я не верю даже своим глазам. Да ты очкарик, твою мать! Правильно, блин? То у тебя линзы нет, там, блин, и чуть искажения видела, делают. Все, давай. Видела. Давай, мы ее поддерживать не будем. Мы будем говорить, у нас очки крутые, мы все видим. А ты нифига не видишь, у тебя 100% зрение. Вот что, главное не терять голову. Мы что, с ума сходим? Да. Мы искали везде, Сэм может быть только здесь. Давай, лучше пойдем найдем остальных, а? А вдруг мы нужны Сэм? Вдруг она в беде? Да! Мне ты чё такая эгоистка? Наверняка в беде и пойдем свалим. Вот ты тварь, а! Идём. Я тебя припомню! Я тебя завалю где-нибудь, когда-нибудь, наверное, я. В междоутку, возможно, я надеюсь. Нет, туда мы не пойдем. Давай посмотрим, что тут есть. Вот, тут, смотри, тут уже дверь. Мы явно не отсюда пришли. Понял. Пойдем еще куда-нибудь сходим. А мы пришли вот, по-моему, где-то... Вот отсюда, по-моему, да, мы пришли? А тут нет ничего. Ладно. Убедили. Пойдем туда. Чего уж там. Опа, еще дверка. Сюда могу? А сюда-то почему не могу? Хоть дерни ручку, а, для приличия. Ну, конечно, да, давай подвал. Тут где-то маньяк-убийца, мы идем в подвал. Мы идем туда, где открываются двери сами. Опа, шкатулка. Хе-хе-хе-хе. А что он с напряжением-то не то? Так, ну что? А, ту хрень. Вот тут она должна быть. Все правильно, давай, джентльмен. Иди вперед. Мы пойдем туда. Кто-нибудь направо. Давай. Ладно, ладно, направо не пойдем. Пойдем налево, убедили. Происходит. Я так испугалась. Ты на него наткнулась, толкнула. Кажется, нет. Я не знаю. А где эта лошадь-то? Почему здесь стали происходить все эти странные вещи? Лошадь же у туда была. Попробуют свечи зажигаются сами по себе и... Этот призрак или что Эшли, это там? Мне кажется, ты не совсем понимаешь, что происходит на самом деле. Слышь, очкарик, как я на него могла наткнуться, а? Ты пришла рядом с нами? Я тут в 5 метрах от него был. Ничего мне не мерещится. Да. Знаешь, я тоже кое-что видел. Что? Я видел, что случилось с Джошем. И чё? Вот что меня беспокоит. Ну, Джоша больше, Джоша меньше. Вернее, как? Джоша сейчас больше. Джоша стал ровно в 2 раза больше. Что ты переживаешь? Я беспокоен. Я волнуюсь. Стой! Крис, призрак! Что? Ты не видел? Крис, ты тормоз. Нет. Иди проверяй. Ты уставился в телефон. Отправляешь твит. Хэштег за нами гонится призрак. Эш, ты успокойся, ты окей? Ну, как? Давайте поистерим, давайте попаникуем. Чей, блин, призрак? Понятное дело, ты сейчас на нервах, ты но... просто не смотришь, я видела его, тут призрак, и он похож на Хану, на Хану! Постой, или, что? Или на Бет! Господи, Эш, по-твоему, они пришли за нами после сеанса? Или на Сэм! Или на Эмили! Или еще такую девчонку, у которых 3 миллиарда на планете, или сколько их там? Ты говорил с нами во время сеанса, Крис! Не знаю я. Картина сама со стены слетела. Да. Вот поэтому туда не пойдем. Ну его нафиг. Пошли сюда сходим. Тут что-то тоже, мне кажется, есть. Какой-то ТТ может быть. Не просто же так сделано. Вот я сюда хотел пойти. Что это? И что это? Не-не-не, погоди. Она, наверное, сейчас откроет. Нет. Мы же туда убежали, Сэм. Значит, там, скорее всего, открыто. Поэтому нет. Давай мы туда пока не пойдем. Блин, такую морду корчит. Так, пойдем теперь налево. Тут тоже что-то было. Что это? Рабочая? Рабочая.
Смотри, 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 Крис. Через окна все видно. Что видно? А что ты подглядываешь в окна, а? Там целая сценка с куклами. Тебе нужен ключ, если хочешь поиграть. Так, ключ, 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 ключ. Не, наверное, там, где призрак. Это было бы логично, потому что в той стороне убежала сцена. Значит, там есть проход по-любому. Значит, нам туда, наверное, пока не надо. Давай сюда сначала. Откуда оно пришло? Нет. Тоже дверь. Опа, что это? А, вот ключ. Отлично. Чё? Пошли. А, ну вот. Боже мой. Вот, смотри, Крис, и не говори мне, что ты это не видишь. Это... Видишь? Это... Теперь видишь? Я не знаю, что это. И я... Бред какой-то. Оно указывает... Правильно. Вперед, охотник за привидениями. Вперед! Да ты куда пошла? Стой, назад пошли. Чё ты здесь делаешь-то, а? Побежал он тут проверять. Ну пойдем, ключик-то взяли. Чё уж там, посмотрим. Пошаримся досконально. Давай. Невероятно. Кажется, призрак хотел, чтобы я это увидела. Что? Чё, провернула? О, вверху бухарики! Только они были не вверху, по-моему. Что это там у нас? Ой, мама, это... Как будто. Это не как будто, это мы. Спрятались и ждем Ханну. А рыжая кто? Но все точь в точь. Я сидела именно там, а здесь Мэтт. Это сделал кто-то из наших. Кто а там как был? Он бухарик-то узнал об этом? За нами наблюдал. Закон ведо же, они никуда ничего не делали. Ну, кому-то просто хочется напугать. А тот бухой пьянь спал. Нет, это наверняка призрак. Он хочет сказать, что это маньяк убил Ханну и Бет. Просто тот ублюдок пытается заморочить нам голову. Да, я просто заспойлерил тут. Это сделал Джош. Ну, типа он насколько говорит, я что помню. Будет на нас охотиться. Нет. Подай. 13-14. Ханны. Подожди. Точно Ханна. Ладно, Ханнах. Мама все-таки разрешила. Приглашение разослано. Вечеринка состоится. Только теперь еще ждать надо. Отстой. Эш, Мэтт и Сэм уже ответили, что точно да. Майк пока молчит. Да ладно, придет он, куда он денется. О боже мой, Майк тоже согласен. Он сегодня занял Джошу. Шикарно. Ура, завтра тусанем. Мы все собираемся здесь на горе. Сиделки у огня. И, господи, Майк. А что, удобно? Балдею, что он будет. Не могу читать. Это невыносимо. Да читывай давай. Че, я за тебя, что ли, сюда делать буду, а? Хожу за тебя. Ты, алё, гараж, я не прочитал, курица. Да пошла ты. В общем, она рада вечеринке его. Звук шел оттуда. Откуда? Подожди. Погоди, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Звук шел оттуда, значит, подожди, нам сюда, значит, наверное, можно, да? Значит, наверное, не сюда. Пойдем сюда сначала сходим. Подожди, тут у нас убежала Сэм. Наверное, должно открыто быть. Ручки нет. А-а-а. Все, понял. Тут точно нету. Может, мне не поводить ее? Нет. Ладно, пойдем. Все, значит, нам туда. Я думал, тут проход будет. А музыка так нагнетается, 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 нагнетается. И ничего. Вот всегда так, вот всегда нас так обманывают. Пойдем. Сейчас дверка. Твою бляхая мать. Да, я тоже там сказал, не повторяй за мной. Крис! Слышь, а ты... Стой, Вова, там были, вы что-то... Пусто. Но ты же... Ты как за зиме оказалась? Ты видел? Да охереть. Я увидел что-то. Куда он делся? Опа, что это? Что такое? Эй! О, книжка. Посмотри. Это новее, чем остальное барахло.
Это что, каталог промышленных ламп? Это очень странно. Дискошар. Смотри. Оригинальная лампа для RGB-прожектора. Лампа с кожухом, у нее 6 ватт. Ты упал, что ли? У нее 6 ватт, мощная лампа, ты дурак. Обычно бытовая лампочка. Для проектора это, по-моему, вообще ни о чем. Там ватт 300-400 они, насколько я знаю. И то. Обычные, домашние. Так, лады. Идем дальше. Ой-ой-ой-ой. Сюда. Так, давай берем все, что-то. Только подумай, что страшнее некуда. О! Ух ты. Да. Так, тут ничего нету. Ха! Вентилятор, как в Fallout'е. Пойдем. Аж рефлекторно взять где хотелось. На металлом его пустить или на что там, я уж не помню, на запчасти или... Так, чё, куда? Стой, там дальше другая комната. Огромная. Крис. Ну, иди туда. Я тут при чём? Да, я не пойду. А ты иди. Крис! Ты где тут увидел большую, огромную комнату? Я вижу большой длинный коридор, и то не очень большой, а просто длинный. Страшный, беспонтовый. Я сам не верю. Ты знал, что здесь так? Это как будто совсем другой отель. Я понятия не имел. А, так это у них отель. А чё он? Бабки надо делать, горнолыжный отель, нихера себе. Они деньги не делают. Опа, тот где чё плачет? Кто плачет, где плачет, почему плачет? Где-то тут... Чё за шум? Это работает? Тут что-то шум какой-то был. Точно не работает? Так, вниз, вверх, вправо, влево, нет? Хер его знает. Нет, так что-то... А для чего только камеру сюда вообще вывели, интересно? Кажется, что-то не просто так это сделано. Ладно. В принципе, может быть и просто так. Чё? Всё, я так больше не могу. Да, и я тоже уже на грани. Я так хотела забыть все, что случилось в прошлом году. Честно говоря... А хрен ли ты приперлась сюда? Да. Ты охренел, что ли, Хана? Не подумал, блин. Ты же знаешь, так-то ты баран, блин. Здорово. То есть мы поставили нашу беззащитную подругу в ужасное положение. Да? И вынудили убежать ночью в лес, да? Без следа исчезнуть. И Хана при этом не подумала. Так, не, давай разочаримся. Чё нет-то, блин? Ну, она... Давай, отмазывайся. Прости? Ну да, неловко, но... Все-таки кто ее заставлял полуголой бежать в лес? Мы же в этом не виноваты. Это жестоко, Эдж. Она была не в себе. Она приняла все слишком близко к сердцу, понимаешь? Да что за фигня? Вот это ни хрена себе! Я ненавижу этот дом! Пошли! А я не понял! А ему что-то откуда прилетело? Реально, вот это я не понял. Я что-то не помню этого момента. Откуда его прилетело, реально? Ой, блин. Крис, ты какой-то неудачник, что ли? Что там такое? Опа. О, нет. Чё? Что это? Браслет, Сэм. Она его никогда не снимает. А-а. Надо ее найти. И быстро. Ну иди быстро, ищи быстро, быстро ищем. Кому сказано? Нет, блин, вот я отвечаю. Вот это вот удар по голове, просто это сделал эту серию. Я вообще с него прикалываюсь. Так, адрес представителя. Quality Copy Ltd. Но зачем подделывать газеты? Это хороший вопрос. Почему я решил, что поддельный, не понял. Ладно, она у нас умная и виднее. И шума хватило шорты натянуть, блин. Поверх верхней одежды. Ну давай, иди! Знаешь что? Нет, ладно, хоть не трусы на шубу. Нет, с меня хватит. Я не собираюсь еще глубже погружаться в этот кошмар. Ну и вали отсюда! Крис пойдет, Крис, мужик, Криса завалят. Меня это тоже достало, но если Сэм там внизу с убийцей, а мы уйдем, считай, что мы сами ее убьем. Да! Сомнения? Знаю,
Знаю, просто... просто я не могу. Да уж, туда не тянет. Мне правда очень страшно. И мне страшно, но я тебя прикрою, идет? Да ты не очкуй! Я сто раз так делал! Все, то на все, в подвальчик спуститься. Пойдем! Да, ну ладно, пошли, короче. Дамы вперед! Дамы вперед! А, не, я за даму, не. Тогда мужики вперед! Пойдем! Ну как, мужики? Крис? Че уж там? Так. Крис, погоди, что ты как-то ломанулся-то? Молодец, спасибо. Да стой, да куда ж ты пошла? Давай сюда. Че тут? Вообще ничего? Кто дышит? А, да ты дышишь. Да ты не истери. Подружайка, нормально. Опа. Ну че, встал-то, иди вперед. Крис, у меня такое странное чувство на этот счет. На какое именно? Я не могу избавиться от ощущения, что эти поддельные газеты как-то связаны с убийцей. Ты хочешь сказать, что это все подстроено? Да, но как? Я чую некую логику, просто мы что-то упускаем. Дамочка, вот да, мне бы хотелось услышать твою логику, как газеты связаны с убийцей и так далее. И как ты это вообще решила? К этому выводу пришла? Ну-ка, поделись-ка своими умозаключениями. Так, давай сюда. Давай, батальон, желтые колготки. А, голубые колготки. Опа. Что это? Да подожди, ну что ты делаешь? Да твою ж, бестолочь. Тебе... Вот вниз, вниз я направил, вот. Опа, ТВ, свет. А что так скрипт-то? Не должен. Батарейки, переключатели и таймер, соединенные в единую систему. Кто-то с их помощью дистанционно управлял электронными устройствами. Да знаете, что-то не похоже на единую систему. Это больше похоже, знаете, этот, как там, яйцо такое, блин. Заводишь, а там таймер такой, кухонный. Крис, ты где там шаришься? Пойдем. Тут что-то интересное происходит. Вон, видишь, кукол пытали. По-любому из секс-шопа какие-то притащили. Садо-мазо, все дела. А как это еще назвать? О, пила. Опа. О, крюки. Очень соблазнительно. Сейчас такая улика. Какая-то она это... Паранойя, по-моему. Окровавленные цепи и крюки похожи на оборудование со скотобойни. А почему тут улика-то? Скотобойни, если. Черт. Думаешь, все это... его? Ну, если только хозяева в свободное время не предавались извращениям, то да, наверное. Ты про какие извращения? Это даже интересно, что, как можно извратиться с таким крюком? Кажется, если с таким крюком извратишься, то это будет первый и последний раз. Ой, фу. О, да что же это такое? Отвратительно! Да хрюшка это, успокойся, это ну, я... немножко мертвая. Тогда зачем это здесь? Ну, забыли. Все как в дешевом ужастике. Эй, сказал бы тебе по поводу дешевой. Что-то ни хрена он не дешевый так-то. Подвешенная к потолку свиная туша, ее недавно выпотрошили. Стоил бы он 2 рубля, это было бы дешевое. Когда он там 1005 стоит, это, по-моему, ни разу не дешевый. Так, а что, еще раз? А, ну все, понял. Да, давай назад. По-моему, то ли 4, то ли 5 тысяч он стоил. Так, ладно, хрюшку посмотрели, пойдем дальше. Опа, смотри, что-то есть. Улика, да по-любому улика, что это еще может быть? Давай. Это мы. Опа! Глаза кому-то выкололи. Кому? Эмили. Фотографии сняты на телеобъектив. Маньяк уже давно за ними следил. Слева внизу это же... Это что такое? Эмили же, черный список? Безумие!
Пила? Нет. Мясорубка. Ладно, погнали дальше. Идем. Куда идем? Мы спит таком большой-большой секрет. Не нарвемся мы ни на кого. О нет, о нет, о нет. Хотя, мне кажется, Наруто еще как. Так, а тут что? Погоди, нет, давайте сейчас в эту комнату сходим. Что тут есть? Да подожди, давай сюда. Тут-то что? Может, тут какой-нибудь тотем валяется? О! Погоди, а тут? Давай сюда сначала. Проход же есть? Есть. Если есть проход, значит, что-то должно быть. Может, не просто так тут сделан? Чё ты уперлась? Чё, ничего не нашла, что ли? Ну и пойдем отсюда. Ну и ладно, ну и пойдем. Давай, Крис, жги теорию новую. В стиле а-ля Скуби-Ду. Про убийство маньяка и призрака. Посмотри сюда. Кровь? Вдруг это Сэм. Ладно, попробую открыть. Есть, да. Но черт, она тяжелая. Осторожно. Пролезай, не могу долго держать. Давай. Крис! Скорее! Я видела там Сэм. Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть. Ну я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашел сюда, и нам бы поторопиться. Крис, тебе там сказали Сэм. Да паш! Блин, не, пойдем за Крисом. Даем все-таки не так страшно. Ладно, хорошо, я иду. Слава богу. Думал, это что-то меня расставило. Давай. Ага. Так, значит, смотри, туда мы не идем. О, что такое? Не понимаю. Зачем тут вообще нужно охлаждение? Здесь и так дубак. Так это холодильник. Ой, блин, мне кажется, мы сейчас двоих завалим, да? Хе-хе. Ладно. Не, вот сейчас мне кажется, надо закрыться. Давай, клон, вон справа тень была. Фу, блин. Да, это одежда Сэм. Он... Больной. На всю голову больной. Значит, псих был здесь. Наверняка. А, это кукла. Он еще рядом. Надеюсь, нет. Как? Это вообще сюда попало? Вопрос на миллион. А если я тебе на это отвечу, ты ж мне миллион ни хрена, да, не дашь. Я-то тебе могу сказать. Только миллиона-то я не дождусь. Ладно, что, пойдем дальше. Финал, мне кажется, все-таки Сэм, мне кажется, надо было, блин, проверить. Мне кажется, все-таки туда надо идти. В смысле, погоди, не надо. Это ж она орала, когда он за ней побежал. Так, подожди, что-то не врубился тогда. Они буквально разминулись там, буквально пару минут или что? Там что, ничего нету? А тут? Алло, ну мы тут ходим, дайте хоть тотем один. Черт. Я все жду, жду. А тотема все нет и нет. Подвинься, что встал. Пойдем сюда. О, Крис. О, нет. Опа! Эй. Сэм? Она еще жива? Да не. Да реально, что ли, умерла? Сэм, Крис, черт. Она умерла? Господи, нет, Господи, нет, Господи. Нет, она жива. Откуда ты знаешь? Она дышит. А, все ништяк. Что я уж думал, блин, я лоханулся, Сэм завалил случайно. Она без сознания. Погоди секунду. Нет. Там эффект бабочки, подожди, тормозни, эффект бабочки, хочу посмотреть. Вот это вот, да, наверное, вот это. Да. Так, Эшли последовала за Крисом. Эшли не увидела, кто был в мастерской. Крис и Эшли нашли манекен одетый как Сэм. Все что ли? Так это же эффект бабочки только что был. А, подожди, давай почитаем тоже. Эшли забрал ножницы с собой. О, блин. Зачем? Мэтт допрыгался... А, допрыгнул до безопасного места. Ну ладно. Самозащита. Сладали или миновали Мэтта или не пострадали? Сюда. Эмили оставила ракетницу себе на выручку. Майк споткнулся. Майк, а вы должны...
Вот что мне писали, что я бы, если встретил, я бы успел. Майк опоздал, Джессика мертва. Давайте быстренько прогоним, что тут. Сэм нашла безбойную битву и оставила ее в подвале. Молодец! Стань героем. Майк сразу жив. Напомню, Джессика оценил героизм Майка. Майк продолжал показывать себя молодцом. Джессика воспротивилась притязаниям Майка. Майк зря старался. Наверное, сейчас следующее будет так. А, сюда. Ну, оно должно было быть так. Друг человека, это... Ну да, мой друг. Но какой ценой. Все еще было... пригодно для использования. Кому умереть. Что спасет Джоша, но не спас. Так вообще, что за это? Так я хотел спасти. Ладно. Да плохо, очень плохо. Опа! О, черт! Вот это внезапно. Нет, отвали! Не подходи ко мне! Ножницами! Херак! Точно, ножницы, только что про них прочитали. Нет! Живи и учись! Что? Живи! Я, если не ошибаюсь, я уже второй раз табло прописали. Так конкретно, хорошо так. А, ну да. Черт. Попали. Эш! Эш! Боже. Не, ну прописали и хорошенько. Да чуть-чуть прописал он их хорошо. Черт, я этого козла убью нахрен. Ну давай, убей. Что это? Это он. Нет, Крис. Тот, кто... Ты радуйся, что тебе очки линзами не сделали. Господи. Убьет он его. Кровожадный ублюдок. Чудовище. Господи, мы умрем, Крис. Я не хочу умирать. Эшли, никто не умрет. Если бы я могу сказать, почему так несправедливо? Что? Что сказать? Слишком поздно. Какой теперь смысл? Нет, ты уж скажи. Мы да? Все время ходили кругами, а теперь конец. Теперь все пропало. Эшли, ничего не пропало. Правильно. Некогда ходить кругами. Потому нравится? Скажи прямо. Счастлив. Каждое мгновение, которое я провел рядом с тобой. А то он лошара. Не это понимать, Крис. Прости. Я должен был прямо сказать. Да. Крис. Когда мы отсюда выберемся... О, господи! Нет! Эшли, я тебя вытащу, я тебя спасу! Ну что ж, мои дорогие подопытные. Я чёрт. Боюсь, Крис. Не бойся. Правильно делаешь. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал роковой выбор. А теперь он должен сделать еще один. Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жить. Выбор за тобой. Молодец! Дурачку, Крис. Ты не мог тянуть ремень тогда уж привода. А кого мы выберем, вы узнаете в следующей серии. Я-то уже решил. Крис у нас молодец, Крис у нас джентльмен. Поэтому, чтобы узнать наверняка, нужно подписаться на канал, на паблик, на твиттер, поставить комментарий, репост, поставить лайк и не пропустить следующую серию. А пока, всем пока, всем удачи!